Следственное управление Следственного комитета отмечает первый юбилей. Самой молодой правоохранительной структуре России 15 января исполняется 5 лет. Ранее ведомство входило в структуру прокуратуры. В Ивановском управлении рабочий день начался с поздравлений и поощрения заслуг. Уверен, что приверженность добрым традициям старших поколений, профессионализм и принципиальное добросовестное исполнение служебных обязанностей помогут нам и впредь успешно выполнять задачи по защите конституционных прав граждан и интересов общества, надежно охранять закон, правопорядок и справедливость. Сердечно благодарю вас за добросовестную службу и поздравляю всех сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, членов их семей, ветеранов следственных органов с юбилейной датой. За многолетний труд ветеранам и действующим сотрудникам вручили памятные медали. Работа у следователей важная и ответственная, но, как признаются сами виновники торжества, очень интересная. Ежедневно приходится докапываться до правды, выводить преступников на чистую воду. Потому следователь должен постоянно расти над собой, расширять кругозор, узнавать новое. Можно сказать, что если выбрать все дело по душе, то да, не будешь работать ни одного дня. Наверное, вот это про работу следователя, да. То есть что она очень интересная, потому что ты работаешь с людьми, а не просто документы. Это общение живое, это много на самом деле позитивного. Но, естественно, это работа сложная, которая все-таки на которую затрачиваются все возможные человеческие, наверное, ресурсы, да, то есть это знания, опыт, усилия какие-то волевые, да, и умственные способности. Всего за 2015 год следователями Ивановского управления были возбуждены 1230 уголовных дел, что на 163 больше, чем в предыдущем. Выросла раскрываемость, но и преступлений стало больше. Потому даже в праздничный день следователи не оставляют своих постов. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.